Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видеоуроков для начинающих садоводов и огородников. Сегодня хочу пошире, поглубже открыть тему штамбового куста. Вот смотрите, я когда рассказывала про сорт ренец скороспелый, я говорила, что это штамбовый куст у него по форме, что его можно высаживать 6 штук на 1 метр. Он как допускает загущенные посадки. Вот видите, он уже набрал цвет. Сейчас вот наступит тепло, и я его буду густо высаживать 6 штук на 1 метр. И тогда женщина написала, а все штамбовые можно высаживать так густо 6 штук на 1 метр? Конечно же нет, потому что они все разные. Вот посмотрите рядом. Вот это тоже штамбовый. Это у нас жаростойкий. Он также внешне похож на этого, на ренец. Но он в два раза больше, потому что штамбовый – это не высота, это компактность. Штамбовый – это значит, что он занимает меньше места, у него компактный корень, компактный куст, но высота у него может быть разная, и вообще размер его может быть разный. Если вот этих вот указано, производитель указывает 30 сантиметров в высоту, то этот сорт жаростойкий метр в высоту. Ясно, что он, если метр в высоту, он и в ширину его больше, и вообще оно, растение будет намного мощнее. Но хотя он тоже штамбовый, потому что он не ветвится, он вот дорос до своей высоты, и все, он такой компактный, но компактный по-своему. Поэтому этого всего 3-4 на метр, а этого 6. Для чего я об этом говорю? Для того, что если вы видите на пачке упаковки написано «штамбовый», это не значит, что он будет у вас маленький, карликовый, крошечный. Хотя штамбовые почти все маленькие и крошечные. Но есть и такие, как жаростойкий. И не узнав его высоты, его размеров, его характеристик в описании, не садите все по одной схеме. У каждого томата своя норма. Вот если ренец мы садим 6, то этих, я говорю, в два раза меньше. 3-4 растения, не больше. Оно очень мощное. Хоть он и штамбовый, но он штамбовый великан. Все, вот этот небольшой видеоролик я сняла специально для того, чтобы вы не совершили ошибок при посадке. Читайте внимательно инструкцию на пачке. И слово «штамбовый» это не обозначает, что он будет у вас карликовый. Сейчас я покажу, подойду. Если успею, как они выглядят, вот эти штамбовые жаростойкие сейчас. Всю информацию о сортах можете найти у меня на странице в Одноклассниках. Найти легко. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Кто хочет получать мои материалы, статьи, видео по рассылке, добавляйтесь, друзья. Я принимаю всех. Вот у нас сейчас как выглядит сегодня жаростойкий. Хотя он штамбовый. Видите, какой он большой. Он сейчас уже больше, чем ренец.